Илья Кива угрожает расстрелом народным депутатам. Советник главы МВД заявил изданию «Страна.UA», что стрелять будет лично и прямо на месте. Кому же стоит опасаться и почему, разбирались наши корреспонденты. Илья Кива, советник министра Авакова, собирается расстрелять нардепов. Об этом он сегодня заявил в комментарии изданию «Страна.UA». Линчевать неугодных готовится за то, что те высказали желание встретить на границе экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили. По словам Кивы, стрелять будет на месте за нарушение правил пересечения границы. И назвал поименно потенциальных жертв: Юлия Тимошенко, Сергей Лещенко, Семен Семенченко и Владимир Поросюк. А стрелять, вероятно, будет из именного оружия, которым его лично наградил глава МВД Аваков. Подобные заявления неудивительны. Буквально недавно народный депутат Сергей Каплин обнародовал медсправки, которые доказывают, у Ильи Кивы серьезное психическое заболевание. Эти слова подтвердила и бывший главврач Полтавского областного центра медико-социальной экспертизы. Татьяна Жабо утверждает, 2 года назад по просьбе бойцов батальона, которым командовал Кива, медик обнародовала данные, согласно которым он страдает серьезными психическими расстройствами. Діагноз став основанням для 2-ї групи інвалідності. Тоді, взагалі, як виконуючи обов'язки головного експерта Полтавської області, коли я побачила справу, то взагалі надали відповідь, що відповідно до його захворювань він не може отримувати ці посади, а також саме основне – це зброя. Тем не менее, Кива, спокойно заявляющий о намерениях расстрелять нардепов, продолжает занимать высокие должности в МВД. Напомню, недавно подобные заявления делал и нардеп Олег Ляшко. Об этом радикал писал на своей странице в Фейсбуке. Но в отличие от Кивы, лично марать руки не собирался. Вместо этого призвал пограничников без колебаний стрелять по сочувствующим экс-президенту Грузии, которых он назвал, цитирую, «лохами и врагами Украины».